паутины историй, рассказчик хитно облизнулся. Он был уверен, что никто не сможет выбраться из этого ментального плена. Казалось, что люди заходили в зал и занимали свои места. Кроваво-красный занавес медленно покачивался из стороны в сторону. На сцене появился конференсье, чтобы огласить выступление, но вместо зрителей увидел тьму. Жизненное утро моей рутинной жизни. Очередной рутинный и бессмысленный день. Учеба, репетиция, дом. И так полтора года, циклично. Рутинный, бессмысленный, безжизненный, бесполезный. Единственное, что продолжало принести удовольствие, наблюдение с другими людьми. Также помощь этим людям. Но даже это стало парадоксально для меня. Общество зачистило. Я замкнулся в себе и окончательно потерял связь с внешним миром. Моя оболочка находилась под контролем второй личности. Я же питался подсознание, сжигал мысли, ища ответ. Лучше вопросы. Из-за темной двери вновь его ожидая срок. Мольба сроком, жизнь сроком несколько часов. Обреченный на зацикленность сейчас многих голосов. Он считает между строк, и таков его подход. Видит в людях только то, что ты никогда не смог. Искать смысл в мире снов, так же как и в мире слов. Ты закончишь представление, не зная всех основ. Он говорил, что тебе сложно. Изначально зная, что все это невозможно. Посмотри в глаза, ничего там не увидев. Он увидел пустоту, разорвавшуюся от криков. Его совесть нечиста, но на деле все просто. Он зависим от мысли, от ментального роста. Он законченный лжец, внутренний кукловод. Он не чувствует боли, мысли ведут хоровод. Открой свои глаза, посмотри наверх. Тебя никто не ждет, тебя ждет только смерть. Пророчество не лжет, ведь через пару лет тебе все надоест, и ты примешь свою смерть. Закрой свои глаза и не смотри назад. Желание обернуться вновь преврати в азарт. Ты знаешь, кто твой враг. Твой враг — это ты сам. Закрой свои глаза и не верь своим ушам. Он хотел стать птицей, дабы с высоты разбить с птичьего полета видны мечты всех людей этого мира, будто лира без струн. Играет тихо и мирно, пророчая ему жизнь пару дней. Он знал свое изначально, к чему это идет. Тактично промолчав, он выбирает ход. Ход событий, истории, что впереди вас ждет. В конце же он умолк, чтобы услышать твой упрек. Упрекая в бездарности, загнав его в тупик. Под влиянием нравственности снова погиб. Не найдя другой выход, он мольбой закричал. Повернуть время вспять, чтобы вернуться в начало. В поисках ассонанса, в глупых ассоциациях. Он создал диссонанс при глубокой фрустрации. Он познал неизвестность. Как только сгорел, его пепел во тьме, ведь он полностью слил. Открой свои глаза, посмотри наверх. Тебя никто не ждет, тебя ждет только смерть. Пророчество не лжет, ведь через пару лет тебе все надоест, и ты примешь свою смерть. Закрой свои глаза и не смотри назад. Желание обернуться вновь преврати в азарт. Ты знаешь, кто твой враг. Твой враг — это ты сам. Закрой свои глаза и не верь своим ушам. Не все так просто, как кажется, на первый взгляд. Даже за прекрасной улыбкой может скрываться куча боли или ненависти. Ненависти к миру или к окружающим. Но это всего лишь маска. Многие видят именно эту маску, но если приглядеться, можно видеть пустые, безжизненные глаза. Глаза, в которых кроется непонимание. Но даже если видеть это, вряд ли ты сможешь помочь. Ведь спасение утопающего — дело самого утопающего. Все началось с малого, его сломала жизнь. Он не ломал себя сам, он был в жизни артист. И за закрытым занавесом существует ад. Он не смотрел глаза, когда сдавал назад.
Он был славным малым, когда нашел тех двух людей, что подняли его дух. Он хотел, чтобы все наладилось, хотел просто жить, но отдал свою душу, чтоб в зацикленности быть. Казалось, все просто, разорви порочный круг, но он не хотел страдать, обрекаясь на вечный смут. Он хотел просто жить, но должен был наблюдать, продать свою душу и полностью замолчать. 14.07.25.11. Гештальт давно закрыт, он продолжал только из принципа. Вся эта графомания длилась 4 месяца. Мы все давно забыли, с чего начиналось месяц, с чего все начиналось и чем все это закончилось. Последние строчки тут изначально все пророчили. Пора бы вам узнать, но только дело вновь закрыто. Закрыто за улыбками, закрытое за криками. К нему явилась королева драмы, воплощение молчания той самой дамы с просьбой о помощи, моральной поддержке, что в тот момент двигало ей. Стоило быть сдержаннее. Первый месяц, месяц концентрации, конец месяца, он пребывал в прострации. Шел второй месяц, девочка восстановилась, но забыв о последствиях, нечаянно оступилась. Наконец, трезвость ударила в глаза, разбив розовые линзы, поставив все на места. А она любила боль, а еще любила врать, врать всему миру о том, что и наплевать. Жалеть о потраченном времени было бы глупо, но даже если так, субъективность сугубо. Зачем начинать, чтобы все оборвать? И даже если захотеть времени вернуть вспять, шедшее осталось простым воспоминанием. Пара рисунков, пара строк с незыблемым желанием. С желанием помочь отречься от смерти, отвлечься от мыслей, порезов на теле. Который раз я обращаюсь к дьяволу с предлогами не душу, на заветное желание. С предлогом дать не цикл за прогнившую душонку, чтобы дали видеть сестренку на сгоревшей фотографии. Пленки. Это всего лишь прихоть моего ребенка, что сидит внутри меня и ждет, когда же подрастет. Ребенок слишком глуп, он не принимает боли, боли что скрывается за всей этой историей. Конец второго месяца, все было так гладко, хоть наблюдатель понимал, конец будет столь гадким. Королева драмы свела все на нет, закрываясь от людей и смотря на тот свет. Весь третий месяц это бег друг от друга, королева понимала, что все это глупо. Пора бы завязать и уйти в мир иной, но было слишком много страха за спиной. Попытки замолчать не венчались успехом. Наблюдатель понимал, что болен человеком. Хотелось вновь закрыться и забыться в себе, но что-то не дало покоя второй стороне. Еще пару строк остался всего месяц. Каких-то 30 дней осталось доиграть ту пьесу. И занавес закроют под овации смотрящего. Сорвав спектакль драмы, мы не стали настоящими. Потраченное время стоило ли того? Задумываться поздно, но забыть пора давно. Скрывая свои страхи, королева отреклась от подиума сцены, за дело же не взялась. Посмотри наверх через тернии к звездам. Бесконечность не предел, но думать уже поздно. За занавесом все еще существует ад. Он ничего не говорил, когда сдавал назад. 14.07.25.11. Гештальт давно закрыт и пересмотрены все принципы. О королеве драмы не слышно ничего. Наблюдатель списался и закрыл свое нутро. Забыв все, что он говорил, смотрящий. Королева драмы, человек не настоящий. Такая же подделка, как и наблюдатель. Законченная строчка, на сцене наш создатель. Жалеть о потраченном времени было бы глупо, но даже если так, субъективность сугубо. Зачем начинать, чтобы все оборвать? И даже если захотеть времени вернуть вспять, шедшее осталось простым воспоминанием. Пара рисунков, пара строк с незыблемым желанием. С желанием помочь отречься от смерти, отвлечься от мыслей, порезов на теле. Который раз я обращаюсь к дьяволу с предлогами не душу, на заветное желание. С предлогом дать не цикл за прогнившую душонку, чтобы вдали видеть сестренку на сгоревшей фотографии. Пленки. Это всего лишь прихоть моего ребенка, что сидит внутри меня и ждет, когда же подрастет. Ребенок слишком глуп, он не принимает боли, боли что скрывается за всей этой историей. Все поменялось слишком быстро. Эмоция кричала «ненавижу», она осталась до какого-то момента во тьме. Вопросы улетали в пустоту. Наблюдатель молча глядел на нее из мрака. В ее душе осталась утешительная тоска, которая появлялась из-за страха и ненависти. Эмоция медленно тлела, делая последние наброски на черном холсте. Она уже не могла оставаться собой, но и крик сменился на хрип. Волосы медленно покачивались на ветру, хотя в бездне, где она находилась, его не было.
Этот грустный рассказ, история эмоций, забытой во тьме, забытой в одиночестве. Пророк писал об этом, ставя точки в пророчестве. Забытая личность, забывшаяся в творчестве. Начало можно взять незадолго до появления наблюдателя, пророка чуть позже. Появление королевы драмы. Стоит обозначить время, но это не столь главное. Не столь главное, как страх этого времени. Строчка за строчкой ложится этим бременем. Бременем, что тяготит душу. Бременем, что постоянно душит. Не забывать о главном, мы тут все люди. Наблюдатель это никогда не забудет. Строчки ложатся маслом на черный холст. И ты сжигаешь свой самый последний мост. Хоть что не убивает, делает тебя сильнее. Довести до талого и вновь стать слабее. Закрыться ото всех это верный выход. Но ведь это всего лишь этих психов прихоть. И даже если страшно, забудь это все прошло. И в пучину ушло, в пучину боли и сарказма в бездну, где обитают страшные сказки. Здесь хватит загонять себя, тебе это не нужно. Так что просто послушай, закрой свою душу. Закрой мысли в чулан и выкини ключ. В пучину страшных сказок тебе оно не нужно. Не открывай себя другим, ведь это опасно. Хоть помощь прекрасна, но не всегда к счастью. Скорее, к сожалению, так что продолжай слушать. Закрой сердце на замок и выкини ключ. Эмоция просто оставлена на путь. Направлена, будто бы знамя тут светится, тут не ровен час. Снова закроется она от вас, и попытка менять исход истории снова окажется поиском горя, происки дьявола. Тут и создателя, внемлю то дать ее душу предателю. И не ровен час, что близ на смерти. Снова загоны и снова доверие. Снова потеряно, будто бы время тут ложится бременем на это время. Мысли сильны, как их дух эмоций. Сильная девочка в поисках помощи, сжигая мысли, пытаясь лететь. Эмоции пыталась сама не сгореть, пока мысли тлеют, ее не отпустит. И это рассказ, наполненный грустью, к чему все идет. Мы все давно знаем, но пусть даже так, все тлеет то знамя. Мы все знали, что ставим на кон. При этом мы все нарушали закон, ведь дух эмоций подобен цветку, а все ее мысли подобны горшку. Подобной земле такой чистый для тел, но если глядеться, горшок уже слел, пепел разнесся по бренной земле, строчки состава погибнут во тьме. Слово за слово прошло больше года, и даже сейчас не менялась погода. Осталось немного, еще пару лет, отрекся от жизни красивый поэт. Это длинное время, что тебя мучает, закрой свои глаза и выкини ключик. Пора прощаться с мыслями, что за спиной, не закончишь раньше, кончится войной. Теперь вдвойне страшно за твою жизнь. Пока все не кончится, молчи, держись. Почти кончилось время, что тебя мучает. Закрой свои глаза и выкини ключ. На него смотрела пара кукол, которых он не смог сжечь. Его связанные за спиной руки тряслись от страха, так же, как он сам. Он понимал, что близится конец, но даже осознавая это, он не мог перестать мысленно манипулировать окружающими. Он не умел врать, но соврал абсолютно всем, за что и поплатился. Нет! Личность познала загробный мир. Совместно с наблюдателем кукла руководил. Он по натуре кукловод. Он дергает за нитки, ты задашь ним вопрос. Что плохого было в попытке, в попытке все вернуть и себя восстановить. Он не смог подсознание свое остановить. Когда оно разбушевалось, было поздно все менять. Проще всего было уйти и ничего не оставлять. Он не знал, что делать дальше, и был обречен на смут. К рукам привязанные нити повсюду куклы ревут. Его пугало только смерти, не пугало ничего. Он привязался к своим куклам и не сделал ничего. Ничего хорошего в действиях не найден. Попытался жить их кукол и спрятать их от себя, сжигая нити и мосты. Он попытался все закрыть, убить любовь, манипуляция, мог просто все забыть. Посмотри на них, ты же видишь боль в глазах. Они марионетки, их жизни в твоих руках. Ты всего лишь кукловод, ты дергаешь за нитки, их жизни обрываются и катятся в небытие. Ты молча дергал нитки, продолжал манипулировать. Ты изменял историю, ты изменял события. События, которые только к тебе причастны. Ты думал о том, что ты вновь станешь несчастным. Закрой глаза всем куклам, сожги их все дотла. Забудь, что было утром, забудь свои дела. Ты можешь прятать страхи, но не свои грехи. Забудь всех своих кукол, дотла их все сожги. Ты не боишься боли, но ты боишься тьмы. Из тьмы на тебя смотрят глаза кукол немых. Их взгляды проедают твою душу насквозь. Ты не боишься кукол.
Воюя со всем миром, помогая наблюдателю. Он изменял реалии, он изменял сознание, обрывая нити и сжигая своих кукол. Он не смотрел на них, он никогда о них не думал. Кукловод был слишком глуп и не заметил одно но. Он сжег всех своих кукол, не оставив ничего. В отчаянии метался, пытаясь восстановить все, что он потерял, пытаясь просто все забыть. Он противился создателю, он знал, к чему идет. Восстанавливая силы, шел судьбе наперекор. Шел в объятия сей девы, что в плаще темном была. Он не боялся девы смерти, надежда давно мертва. Пророк предвидел это и рассказал создателю. Создатель же чуть позже передал все наблюдателю. Прознав об этом деле, кукловод лишь замолчал, накапливая силы для начала всех начал. Наблюдатель видел это и не мог спустить с рук. Несчастные попытки кукловода вернуть все на круг, вернуть все на места. Его план был провальный, сложный в осуществлении и нетривиальный. Он всего лишь пешка в руках наблюдателя, потерянный во времени, забытый в подсознании. Он знал, что будет дальше, и этого боялся. Его настигла смерть, как бы он ни скрывался. Закрой глаза всем куклам, сожги их все дотла. Забудь, что было утром, забудь свои дела. Ты можешь прятать страхи, но не свои грехи. Забудь всех своих кукол, дотла их все сожги. Ты не боишься боли, но ты боишься тьмы. Из тьмы на тебя смотрят глаза кукол немых. Их взгляды проедают твою душу насквозь. Ты не боишься кукол, но тебя кидают в дрожь. История жизни того лжеца, который лгал всем окружающим. Лгал он без конца, ему верил тот, кто глуп, ему верил тот, кто умен. Его породила ложь, он был силой лжи одарен. Ложь играла ему на руку, играл ею без правил. Он лгал, чтобы испоганить все, закрыв законы дланью. Забыв все слова праведника, верил в то, что правды нет. Забыв о своей истине, он изменил менталитет. У каждого своя правда, каждый знает в ней толк. Тут каждый лицемерный вид, но не каждый тут пророк. Он знает в этом всем толк и ищет в этом всем прок, оставшись безнаказанным, вновь сеет серосток. Росток, что разъедает жизни всех людей, он будто иудей. Он ищет новостей из этих областей. Убийство всех людей его подначивало мысль, что он всех сильней. Останови ту ложь, останови тот бред. Останови, что можешь, пока тебе дали свет. Ведь дальше будет поздно, ведь дальше будет смерть. Останови ту ложь, пока ты даешь ответ. Еще одно неловкое высказывание, и ты погряз в чертогах своего же разума. Еще пара лживых строк, и за фальшивым занавесом тебя ждет пророк. Он врал не только людям, он врал и наблюдателю. Старался извлекать только пользу для создателя. Он думал, что заметить может только пророк. Лжец должен был заметить и усвоить урок. Незнание о правде привело к самообману. Он не читал книги и был собой самообманут. Теперь не отличал он правды от лжи и себя потерял над пропастью во ржи. Собранный по частичкам голосом людей, он боялся соврать, он не ждал теперь вестей. Блюститель всего мира охотился за ним и вместе с наблюдателем обыскивал сей мир. Лгать осталось недолго, ведь порождение лжи закрыло себя во тьме. Недолго было ему жить. Еще одна смерть на плечах наблюдателя. Он начинал борьбу против своего создателя. Останови ту ложь, останови тот бред. Останови, что можешь, пока тебе дали свет. Ведь дальше будет поздно, ведь дальше будет смерть. Останови ту ложь, пока ты даешь ответ. Еще одно неловкое высказывание, и ты погряз в чертогах своего же разума. Еще пара лживых строк, и за фальшивым занавесом тебя ждет пророк. Часовщик создал пространственно-временной парадокс, и его часы болезненно тикали в кармане. Он знал, что надвигается опасность, и пытался вернуть свои часы к жизни, чтобы изменить прошлое. Тик-так.
Его часы лежали без действия. Создатель их разбил от временного бедствия. Игра со временем сыграла с ними злую шутку. Попытки все вернуть обернулись предрассудками. Часы создал временщик, он мог вертеть временем, закрыть все навязавшееся страшное во тьме его. Но часовщик не учел того, что позже он не сможет увидеть свое прошлое. Слишком много времени прошло со смерти времени, и сей парадокс был посеян тут как бремя. Но занавес за его спиной еще закрыт, он не мог уйти со сцены, пока все не разрешит. Тик-так, часики тикают на его руках. Как так? Задай с ним мой вопрос, он во мрак. Не так, но время внемлет его о помощи. Пустяк, думает временщик, он стоящий. Переводя стрелки, он игрался со временем. Будто бы все тут временно, но тут все потеряно. Создав парадокс временный, был обременен он временем. Взяв грех на свою душу, он и сам себя душит. Часовщик, пророк наоборот, за окончен его срок, он отбывал его во тьме, как только мог, но не учел того, что дальше он не сможет менять все свое прошлое. Циферблат его часов разбит на куски, время смеялось над ним и над тем, что он разбит. Стрелки навсегда утеряны, а цифры перечеркнуты. Он пытался скрыться от создателя восьмерки, но каждый его шаг мог привести к гибели каждого, кто мешал пребывать ему в небытии. Осталось недолго, стрелки встали ровно в полночь. Остались всего сутки, он не мог позвать на помощь. Тик-так, часики тикают на его руках. Как так? Задай с ним мой вопрос, он во мрак. Не так, но время внемлет его о помощи. Пустяк, думает временщик, он стоящий. Переводя стрелки, он игрался со временем. Будто бы все тут временно, но тут все потеряно. Создав парадокс временный, был обременен он временем. Взяв грех на свою душу, он и сам себя душит. Постоянно повторял, что сможет все изменить, но дело не во времени, а в том, что он убит. Убит изнутри, парадоксальная личность. Он закрыл себя в оковах, проживая всю цикличность. Изначально все шло не по плану. Разбитые часы подвели его к оврагу. К оврагу, который делит время и пространство. Он заложник циклов, он заложник дилетантства. Как починить циферблат своих часов, он забыл о главном, не закрыв дверь на засов. И спустя пару минут в дверь его постучали, он вернулся к тому, чем все его начиняли. Он видел будущее абсолютно всех окружающих его личностей, но сидел на одном месте в преддверии наступающей тьмы. Он видел, как умирают все те, кто окружал его в столетиями. Смерть за смертью. Бездна настигала всех. Он ничего не мог сделать, потому что его поглощала тьма. Тот, кто видит будущее, человек-пророк. Тот, кто помогал создателю во тьме, он видит толк. Он все знает наперед, он бы мог помочь себе. Но пророк все та же личность, и он прячется во тьме. Снова взялся за слово, бумага и вечный друг. Он напишет письмена, убивая свой досуг. Прямолинейно говорит, что ждет вас всех впереди. Он видит все свое будущее, время впереди. Пророк повторил, что все не так просто. Сцена все горит, от нее остался лишь остов. Все сложно настолько, насколько это возможно. Пророк повторил о том, что он ни черта не сможет. Предсказания лились прямо из души. Он помог закрыть ей гештальт, но не думал, как дальше быть. Помогая другим, он забывал про себя, но другие говорили, что он просто сеет яд. Письмена, что остались у него, были не мы. Они не говорили, но знали, что он не мы. Создатель их начал рвать, пророк медленно умирал. Его покидали силы, но он лишь мудрее стал. И возможно, он может все, но то, что он с вас возьмет, помноженная боль от пророчества, это не все, что требуется от вас. В этот нелегкий час, но все предрешено, и смерть ждет каждого, но не сейчас. Он предвидел все изначально, но пророк до конца был отчаянным, то
что ты видишь тут сейчас, погорело за раз сейчас, и ты знаешь, что тут не так. Как же пророк отсрочил свою смерть, но он так же ведь прогорел, ведь он так же со сцены слел. Что же тогда с ним тут произошло, когда время его пришло и концовка была столь близко? Потери он заметил слишком поздно и ослеп окончательно, не мог сказать о том, что чуть позже все те, кто так верил себе, с концами пропадут в бездне, пропадут во тьме. И здесь изначально все было предрешено, так ничего не изменив, он наблюдал за этим шоу. Представление на сцене протекало слишком долго, но он не мог помочь, потерь тут было слишком много. Как же так повторять каждый раз, говоря то, что он глядел вперед, на свою слепость несмотря? Как же так каждый раз применять столько фраз, говорить о том, что он сгорел, но так и не погас? Пожар на сцене, все письма нагорели, горели синим пламенем. Пророк кричал об этом, но ничего не предприняв, он мирится с потерями, больше не видит будущего. Письмена все слели. Знай, он предвидел все изначально, но пророк до конца был отчаянным. То, что ты видишь тут сейчас, погорело за раз сейчас, и ты знаешь, что тут не так. Как же пророк отсрочил свою смерть, но он так же ведь прогорел, ведь он так же со сцены слел. Что же тогда с ним тут произошло, когда время его пришло и концовка была столь близко? Его сильной стороной было молчание. Зашитый рот говорил об этом напрямую. Он слышал все и всех. Он слышал. Он слушал. Но он никогда не мог поддержать кого-то со стороны и постоянно корил себя за это. Молчал о своей боли, забыв о необъятном, забыв все свои страхи и забыв о пророчестве. Он взялся за нож, чтобы забыться в одиночестве. Его имя слушатель, он просто вас слушает, пока вы изливаете всю душу. Он рушит все мысли о себе и мысли о будущем. Он рушит весь мир, пока вы его душите. Все началось с простого, он был один из тех, кто хотел помочь всем людям, все на душу весь их грех. Но в итоге поплатился, как и все остальные. Он продал свою душу, а слова были пустые. Он боролся до последнего, пока горела сцена. Создатель объявил, он шлак, но действо прогорело. Этот камень преткновения разделил на до и после. Все, что было раньше, было на бездну сослано. Все, что было потом, никто не мог предсказать. Пророка поглотила тьма, и он не мог больше писать. Создатель метался в отчаянии, все вокруг него рушилось. Личности шли против него, создатель был обезоружен. Его душа слишком много таит в себе. Он шел наперекор своей же судьбе. Но его молчание не было бездействием. Он давал высказаться всем, кто не мог воздействовать на окружающих и на самих себя, на происходящее вокруг. Грехи искупя, но скулящих много, а вокруг только тьма. Скоро придет бездна и сожгет все дотла. Сцена погорела, письмена все стлели, куклы на веревках с концами обомлели. Маска раскололась, циферблат давно разбит. Наблюдатель шел во тьму, дух эмоций дрожит. Все эти личности, что годами верили, потеряли веру, в бездне все потеряны. Опера закончилась, так и не начавшая, и все шло по касательной, со сцены распрощавшись. Больше не мог и повторил про себя, что хотел помочь всем тем, кто себя потерял. Тот так смерти был близок и душу продал. Он хотел всем помочь, но себя забывал. Время было беспощадно, не дало ему урок, но дало хороший слух и зажило ему рот. Отнимало его силу, он медленно погибал, но узнав свою кончину, он только сильнее стал. Дым иллюзий рассеялся, слушатель одинок. Сколько пророк не вторил, он отбывал который срок. Часовщик вторил о прошлом, пророк вторил о будущем, но слушатель молчал, он никого из них не слушал. Он не просто молчал, он пытался
пытался воздействовать на происходящее вокруг, чтобы скрасить бедствие, сделать что-то для других, но не для себя. Скоро придет бездна и сожгет все дотла. Он больше не мог во все это верить, потерял надежду, начинал лицемерить. Он сжигал мосты, продолжал убивать себя. Он не мог терпеть, ведь душа его сгнила. Осталось немного, пару шагов к бездне, пару шагов во тьму, там где царит бездействие. Осталось немного, швы не удержат крик, так что просто молись, пока ты не забыт. Его душа слишком много таит в себе. Он шел наперекор своей же судьбе, но его молчание не было бездействием. Он дал высказаться всем, кто не мог воздействовать на окружающих и на самих себя, на происходящее вокруг, грехи искупя. Но скулящих много, а вокруг только тьма. Скоро придет бездна и сожгет все дотла. Сцена погорела, письмена все стлели, куклы на веревках с концами обомлели. Маска раскололась, циферблат давно разбит. Наблюдатель шел во тьму, дух эмоций дрожит. Все эти личности, что годами верили, потеряли веру, в бездне все потеряны. Опера закончилась, так и не начавшая, все шло по касательной, со сцены распрощавшись. Закончится длинный рассказ. Ты можешь спросить все, что угодно, но я не отвечу. Если ты спросишь, что такое бедствие, я покажу резанные руки и точное лезвие. Закрытый гештальт наблюдателя, сломанные часы временщика. Создавал это все он старательно и продолжил сие действия. Ложь лжеца, куклы манипулятора. Создавал он все это старательно, приложив слишком много внимания. Уста слушателя, пророка, очи создавал, чтобы просто убить или оставить их всех в одиночестве. Но постой, я забыл еще двух: королеву драмы и эмоции, дух. Неспроста, ведь они с наблюдателем стоят по цепи чуть ниже создателя. Почему? Думай сам, а я ставлю тут точку, заглушая все голоса.